Чистота, порядок и соблюдение инструкций – главные принципы в работе Вероники Николаевой, специалиста по охране труда Нюрбинского комбината. Окончив московский вуз, вернулась домой. Признается, работа в алмазодобывающей отрасли – ее давняя мечта. С детства я мечтала работать на производстве, поэтому я больше внимания уделяла таким предметам, как физика, черчение, математика, и поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана. После этого у меня моя мечта сбылась, и я на производстве. Вероника работает в алмазной компании с мая этого года. Все благодаря республиканской программе стажировок молодых специалистов на производственных предприятиях Якутии. Ее разработали в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Такое соглашение в начале года заключили Республиканский комитет занятости и компания «Алроса». По этой программе в службу производственного контроля Нюрбинского комбината устроились два молодых специалиста. Чтобы новым работникам было легче освоиться в коллективе, на помощь пришли опытные наставники. Как человек молодой, специалист, познала свои хорошие теоретические знания, и сейчас мы их внедряем в практику. Ну, в принципе, впечатления хорошие, но, так скажем, век живи, век учись. Сейчас теоретические знания у нее очень высокие, и мы их реализуем на практике. Вахта в 28 дней для Вероники проходит незаметно. Интересная работа и главное желание вносить свой вклад в развитие алмазной компании. Несложно работать вахтовым методом, потому что я молодой специалист, и для меня нужен опыт работы, стаж работы, и так что я готова работать. Республиканская программа по привлечению местных кадров запланирована до 2022 года. В этом году «Алроса» организует стажировку еще для 10 молодых специалистов с возможностью последующего трудоустройства. Марфа Яковлева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».